Международный суд матерей объявил, что проклянет Владимира Путина материнским проклятием. Вы скажете, если этого он не знает, и все эти вот линейных мозгов и механического мира не знает, то есть все ученые и прочие знахари, то тогда этого не быть. Вот как раз это безоговорочно. Если матеря проклянут, то так тому и быть. Теперь я поляк скажу. Вы скажете, ну как по фотографии, но это глупцы. Именно, дескать, индивида, как отпечаток пальца, то ничуть. Поля, запомните, обладают универсальной мозаикой данного вида. Иными словами, вы, наверное, про ДНК знаете, да? Когда берут и определяют, скажем, дети принадлежат этому человеку или нет. Вот я о том и говорю. Поля принадлежат всему роду в некоторых видоизменениях. Следовательно, проклять, скажем, к примеру, Путина, это означает проклять весь его род со всеми последствиями. А такое проклятие, как вы известны, на 40 колен, то есть на 40 поколений распространяется. Вот так природа очищается от всякого разного. И еще вам напомню, Путин президент для двухполярного линейного мира и такого же государства, но он не президент для матерей. Для матерей – люди, и прежде всего люди. Они испереживались. Специально на каждом офисе Международного суда матерей, а офис есть в Литве, офис здесь, в России, в двух местах, висит символ Международного суда матерей на офисе. И что вы думаете? Начали гвоздить электромагнитным облучением изверги электромагнитным облучением именно по офису, то есть по президенту Международного суда матерей. Рискуют, очень рискуют. Это хорошо, что матери сердобольные и все надеются, что когда-нибудь совесть у них появится. Хотя я говорил, в мире двухполярных и линейных мозгов и характеров, то есть в мире цивилизации, совести нет. Но матери есть матери. Может быть, появится совесть, калечит детей, уничтожают Россию. Уничтожают женщин. Есть у нас много материалов беременных женщин. Облучают. Химию еще добавляют. Вот позавчера в этом офисе обстреляли химическими соединениями. А электромагнитно временно прекратили. А потому что тут комитет по расследованию, и все обложено приборами с пяток до головы. По всей видимости, есть прослушка. Поэтому взяли и перешли на химию. Значит, на очереди будут бактериологические средства. А риск? Да именно я предложил матерям повременить, зная, как специалист, во что это обернется. И когда на координационном совете Международного суда матерей, меня, кстати, пригласили, а из соседнего дома по зеленой 27 генератор лупанул.
И когда я сделали замеры, я, наверное, тут в Ютубе это фото выставлю, сделали замеры. Если нормально, 3, 7, ну максимум 10 единиц вольтметр, то здесь за 300 зашло. А особенно на Конкасовой, Наталье Александровне, ее поставили мутанты на эксперимент. Это значит, отрабатывают управление человеком, его поведенческими реакциями. В 1982 году было открытие костного слышания. Тут же сразу это взяли, и можно человека вводить в гипноз через частотные поля. Но вот я сразу предупреждаю, ее матери в обиде не оставят. Вы скажете, ну попрятались, они же их фамилии неизвестны, а они же секретные службы. Не смешите мои подковы, говорится в мультфильме. Это поля. Не надо знать фамилия. Надо знать степень биологического угнетения. Все попадут под это. И когда я увещевал и вот так вот объяснял, там, несмотря на это злодейство, которое из соседнего дома шло, я говорил, повремените, не торопитесь проклинать. И смотрю, вдруг одна опустила голову и упрямо довольно опустила, значит, уши прокляла. Так что я рекомендую спецслужбам проверить, кто там издох, кто там покалеченную семью имеет. Без всяких на то причин. А причина есть. Не трогайте матерей, не трогайте детей. Если что-то приключится с Конкасовой, да вы знаете, что повально начнется мор у вас у всех. Засекреченные тайны, но насмешили, они тайны с позиции вот этой механики. Надо приборами, надо, да, я и приборами, кстати, действую и делаю бактериологические посевы, а точнее не я, а комитет по расследованию. У нас есть медики, у нас есть психологи, вот у нас есть электронщики и так далее. Специально для этого мира цивилизации, чтобы было убедительно для них, но не для матерей. Для них калечение реальное именно спецслужбами уже доказательство. Да, я им целую папочку, фотографии, то все, что да, действительно, вас калечат там, вот, чтобы это на какой случай. А вдруг начнут их к суду тянуть? Да, они этого ждут. Они ждут ведь этого. Если сейчас СМИ, средства массовой информации, об этом не гугу, то ведь все всплывет. Все всплывет. Несмотря на то, что все суды политизированы. А всплывет любым способом. По свидетельству, по тому, по другому. Да, кажется, покалеченных мутантов, фашистов и спецслужб, извергов, как во время Великой Отечественной войны, множество. А кто докажет? Специалисты, кроме меня и других, и тех, которые в монастырях, есть на эту тему? Нету. И доказать будет невозможно. И обвинить будет невозможно, что, дескать, оскорбили Владимира Путина. Чем оскорбили? Пожаловались? Пожаловались.
а считайте предупредение. Не будьте наивны, Владимир. Предупредение и вся ваша окружающая группа лакеев и бледолюзов, которые отписки, отмашки заявлением суда матерей делают, они ведь вас подставят. Подставят, они несут, они якобы за вас на самом деле, пряча концы в воду, они вот этого не знают. Никаких концов они не спрячут. Никакие отписки не помогут. Прочитайте внимательно всю хронику. Посмотрите внимательно этот фильм. Прочитайте внимательно ноту, которая в основном подписана матерями из разных стран. Теперь дополнительно скажу, что в Координационном совете матерей и вообще в суде матерей представители, представительницы разных стран, начиная от Евросоюза, ну, Прибалтика и так далее, кончая Канадой, Украиной, России и так далее. Кого вы будете обвинять и судить? Они переживают не за какую-то страну, они не политики, они переживают за детей. Одна на форуме высказалась, кстати, не российская гражданка, чужих детей не бывает. На то, что калечит детей, вот так она выразилась. Значит, от нее гнев тоже может пойти на Путина и так далее. Поэтому считайте вот этот мой фильм еще одним предупреждением. Да я не сторонник таких крутых методов. Я терпел. Татьяна Николаевна Шашута, президент Международной ассоциации ученых интеллигенций, терпела до посинения. Теперь кое-как передвигается и все терпит. Да, войну вынесли, но этих сволочей пытаются вынести, но они борзеют, они свирепеют. Тут с апреля месяца такое облучение было боевыми. Я повторяю, боевыми генераторами. Рискуете, други, рискуете, нечисть фашистская. Страдать будете, не сразу сдохнете. Болеть, семьи ваши начнут болеть. Попробуйте найти, от чего. Вот я вас предупредил. Так что матеря всех стран, объединяйтесь. У женщин есть защита. Вы обратили внимание? Все полностью только мужчины, либо женщины мужского типа. Только мужчины. Женщины оказались в полнейшем бесправии. Так и написано в статусе Международного суда матерей, что женщины забирают у них сыновей, забирают у них мужей на войны, которые организуют мужчины. Забирают, не спросив, объявляют войну, а тут еще внутренние фашисты, не объявляя войны, калечат детей, женщин, беременных женщин. Да женщины, кстати, должен вам, переживают из-за мужчин. Тут недавно убили спокойнейшего
человека, Евгения Степановича Иванова, царство ему небесное, и проклятие, но это дело женщин. Женщины уже тогда были возмущены до потери. Уже тогда было первое заседание. Уже тогда и много-много ведь покалеченных, и смертей полно. Вы хоть понимаете, Владимир Путин, что вы натворили и что вы творите? Да это не мои слова. Это же слова Международного суда матерей. Они до вас дошли? Терпению женщине пришел конец. Свершится ли проклятие? Они дают кратчайший срок. Поверив мне, что я каким-то образом донесу вот такую информацию. Но я попутно доношу информацию до всех матерей, будучи беззащитными. От насилия и прочее, знайте, у вас есть защита. Есть у вас природой подаренная защита, от которых спасения нет. Преград нет. То, что там еще со времен, когда появился Вольф Мессинг, Виноградов, там и прочее, уже Лаврентий Павлович Берия уже стал обращать внимание на то, не создать ли такую группу людей для защиты руководства. Да, создавали. Мне это известно, я же специалист, я же полями владею. Так вот и тут я скажу. Они ни от какого проклятия не защитят. Это самозванцы, детский сад. Пытались там меня прощупать еще с 89-го года. Бесполезно. Это равносильно, как моська на слона лает. Поэтому вы на них не надеетесь. Они дармоеды, бесполезный груз. Только бдительность приглушают. Таким путем я свое дело сделал. Я, кстати, этот ролик кручу и по рекомендации Международного суда матерей. Я оповещаю всех матерей всего мира. Я предупреждаю тех злодеев, которые считают, что если они перед очами не болтаются и их фотографии неизвестны, а некоторые маски на себя натягивают, ну вот смехота. Так вот, я вас всех предупредил и умываю руки. А женщинам на их поприще огромных успехов. Только они способны спасти Россию и весь мир от новоявленных фашистов, спецслужб и так далее. Будьте здоровы, женщины, вам даны все права.